узнали о нашей сети «Клиник Демократ»? В интернете, интернет. Вы очень хорошо сидите в интернете, прокачиваете его, так скажем. Оттуда все пришло. Были мысли изначально заняться клиникой, мечтал, работы, все нравится, пока все хорошо. Сейчас на каком этапе ваша клиника? Открылись 2-3 месяца назад. Только-только-только начинаем выходить на определенные цифры, которые начинают уже нравиться. Как проходил процесс коммуникации до того, как вы вступили в нашу сеть? Что происходило? Кто разговаривал с вами? Алексей. Изначально созвонился с Алексеем. Алексей довел до Александра. Ну и все. Поговорившись с руководством, я понял, насколько все правильно. В первую очередь порядочность. Порядочность, она как бы на первой планке. То есть увидел, захотел работать. Что именно нравится в работе головного офиса? Они все время на связи. Любой вопрос. И девочки, и мальчики, в принципе, все живые. И что нравится, то что компания молодая, хотят развиваться. Поэтому как бы любой мой вопрос — это их дополнительное обучение для себя. Поэтому я кайфую от этого, что им хорошо тоже. Полезно ли было наше двухдневное обучение? Да, мы учимся, еще сидим, учимся. Очень полезно. У меня приехал со мной управляющий этой клиникой. То есть я уже вижу в ней огонь. Она уже отзвонилась туда, сказала, будем работать, будем разговаривать. Уже внесла коррективы. Да. То есть я уже вижу перемены, и у меня тоже больше мозгов появилось в плане того, что я уже сейчас для себя примерно понимаю, где у меня недоработка. Кому вы рекомендовали открывать клинику под сетью «Демократ»? В плане того, действующему стоматологу или просто предпринимателю? А, кому? Кто я должен думаю, быть? У человека просто должно быть желание, а того, что он стоматолог или нет, вообще не имеет значения. Просто любому, у кого есть желание приумножить свой капитал, я думаю, что это одно из главных моментов.